красивые знаки зодиака, которые никогда не останутся без внимания. Мы все выглядим по-разному и обладаем разными качествами, но есть некоторые, к которым, кажется, прикоснулась сама природа. Хотя у людей разные представления о женской красоте, астрологи говорят, что 5 знакам зодиака определенно повезло больше остальных. Роскошная женщина Овен. Женщина Овен обычно имеет спортивное строение тела, чаще брюнетка, с вьющимися или ломкими волосами, а ее глаза прекрасны. Лицо, как правило, имеет запоминающиеся черты. Она излучает энергию, энтузиазм и страсть. Великолепное состояние ее кожи также впечатляет. Грация львов. Львицы – грациозные женщины, которые поражают окружающих своим безгрешным стилем. Они источают силу и мощь, а их красиво сформированные ноги часто заставляют противоположный пол открыть рот, наблюдая за походкой львиц. Тем не менее, именно характер делает их по-настоящему уникальными. Представители знака зодиака Лев одновременно артистичны и интересны, что делает их приятной компанией для всех. Страсть скорпионов. Страсть и сила – это первое, что человек ощущает, встречая знак зодиака Скорпион. Часто их волосы темные, но самое яркое впечатление – их глаза, которые, светлые или темные, неважно, притягивают как магнит. Женщины-скорпионы никогда не страдают от отсутствия внимания, даже если они не произносят ни слова. Их сущность настолько сильна, что мужчины всегда их замечают. Стрельцы в единственном числе. Стрельцы обладают самой привлекательной фигурой среди всех знаков зодиака. С ними легко подружиться, потому что у них широкое мировоззрение, и они могут легко принять чужую точку зрения. Представительницы этого знака зодиака имеют чрезвычайно симметричное лицо, а их глаза выразительны и обладают так называемым игривым взглядом, который делает их самыми очаровательными. Чувственные водолеи. Женщины-водолеи обычно светлокожие, и хотя не всегда очень высокие, их тело стройное и красивое. Внешний вид и чувственные губы производят сильнейшее впечатление на противоположный пол. Женщины этого знака обычно ставят одежду на первый план, а потому их можно увидеть в довольно необычных и нарядных платьях. Пятерка роковых женщин с невообразимой красотой – это явно не повод оставшимся знаком зодиака отчаиваться. Ведь каждая из нас уникальна в своем роде. Да и не всегда внешность становится залогом успеха или внимания со стороны мужчин. Главное – любите себя и принимайте такой, какая вы есть. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Попали ли вы в эту пятерку самых красивых знаков зодиака? И помните, что этот гороскоп – это всего лишь предсказание звезд. Большая часть характера зависит от самого человека и воспитания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео.